отбрасывание за Сибирью. Бросок, и вот здесь Бирюков спасает невероятной растяжки команду свою. Автомобилист, сейчас понятен свист казанских болельщиков. Вот он момент, бросок, и Коварш, Шайба оказывается в его ловушке после броска Яни Песанина. И тот там не понимает, что происходит. И как там успел переместиться голкипер автомобилиста. Ничем не заканчивается, Певцакин мимо ворот. Вдоль ворот перевод, и классно сейчас все было разыграно. И как Кузнецов выручил, а, друзья, как Кузнецов сумел поймать эту шайбу. С лета он ее поймал. Получится контратака. Да, получается. Тимкин выход один на один, не сумел переиграть 23-й номер Веханена. Ловить соперника на контратаках, но сейчас возможность у Амура отличиться и... Ой-ой-ой-ой-ой, какой момент у Фисенко был, не сумел он переиграть Ярослава Януса. Ну вот это был 110% момент. В порядке. Опасный момент какой сейчас, и как же здорово играет Майкл Гарнет. Павлов был возвращен. Ох, какой момент, опаснейший Касутин. Невероятным образом Владимир Сахацкий сейчас достает шайбу, казалось бы, уже из пустых ворот. Зачем? Шайба Элисон, это был добивание, и Штепанек спасает свою команду! Вот это да, вот это концовочка овертайма. В матче с Локомотивом Медведчак был в плохой форме. Не в той, в которой команда привыкла играть последние матчи. Я уверен, отметил Мюррей, что на арене Загреб нас ожидает совсем другой матч. Не только потому, что будем играть на нашей ледовой площадке, которая по размеру несколько поменьше, чем площадка в Череповце. Но и потому, что Северстали придется сыграть перед самыми громкими болельщиками в лиге. Подальше в зону, бросает шайбу. Козлов бросает по воротам, Браск вытаскивает и исправляет свою ошибку. Сейчас голкипер Медвежчака, ну а Вячеслав Козлов у нас едва дубль не оформил. Вот это момент. Заставил ошибиться сейчас голкипера. Бросок воротам и добивание, и шайба! Шайба не пересекает линию. Вот это момент был у Новокузнецка. Да, вот здесь, конечно, Валуйский мог приносить победу. Какая остроумная подсечечка была в исполнении Смоленяка. Могла шайба нырнуть сейчас в ворот. Но не вышло, Смоленяк! Смоленяк! Ох ты, ничего себе сейф! Ничего себе, Блатяк, а! Шикарный, за это сейф недели должен быть вообще. Пускай он уже многое не определяет, но тем не менее, хотя 15 секунд еще есть у авангарда, но Смоленяк подбирает шайбу в чужой зоне. Широко, длинная диагональ в противоположный угол.